Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Chevrolet Trailblazer 2007 года выпуска. Двигатель 4.2, бензин, полный привод, коробка автомат. Пробег не смог посмотреть, бортовой не показывает сейчас. Ну, в смысле, как надо завести, но завести не могу. Снизу выбежал через радиатор антифриз. Порвало почему-то радиатор. Я подозреваю, что все-таки подклинил термостат, и из-за термостата уже порвало радиатор. Сегодня заменю на этом автомобиле термостат и радиатор. Открываю капот. Первым делом сниму решетку. Для этого нажимаю вот эти фиксаторы. Фиксаторы на фарах. Крышечка снимается. И также с другой стороны. И снизу здесь еще два стопора. Теперь откручиваем сам замок. Два болта сверху. И здесь снизу болт. Вот. Клипса какая-то лежит. Быстрее всего от бампера, наверное. Но она расстегнута. Кто-то снимал и не поставил. Откручиваю два болта на 6. Планку крепления аккумулятора тоже откручу. Планка вот здесь снизу, гаечка, и вот здесь сбоку болтик. Теперь можно ее убрать. Сейчас откручиваю два болта справа и два болта слева. Головка на 13.
Теперь два центральных болта откручу. Планку мы можем снять. Да, планка у нас движется. Теперь снимаем сам замок. Пластик у нас отходит, он не мешает. Здесь разъем. Датчик отведу в сторону. И теперь посередине откручиваем болтик на 13. Все, здесь мы освободили. Теперь мы откручиваем болты от диффузора и болты крепления радиатора кондиционера к радиатору. Сниму шланг на расширительный бачок. Болты М6, головка на 10, ключик на 10. Также со второй стороны. Хомут. Ну и можно диффузор здесь стянуть с крючка. Так, радиатор мы сверху освободили. Поднимаю автомобиль и снизу снимаю патрубок и смотрю, что там еще у нас держит. Поднял автомобиль.
Сейчас сниму вот эту нижнюю планку. Здесь по 4 болта с каждой стороны, слева и справа. Откручу, сниму. Тогда удобно будет уже снять патрубок и удобно будет отключить трубки с коробки, которые идут в радиатор внизу. Снимаю патрубок. Это весь антифриз, который остался в системе. Поддеваем и снимаем стопорное кольцо. Вот такое стопорное колечко. И все, теперь трубочку можно сдергивать. Так, она немножко вдаль упирается. На дальний я тоже стопор скинул. Сейчас дерну ее и тряпочкой заглушу, чтобы масло не бежало.
Радиатор у нас свободен. Будем пытаться поднимать. Опускаю автомобиль. Приподнимаем радиатор кондиционера немножко вверх. Сейчас попробую резкость навести. Вот где я свечу. Здесь радиатор кондиционера встает в паз с одной стороны. И вот он с другой стороны внизу. Поднимаем и отводим его. Когда вытащу радиатор, покажу, как он выглядит. Пробуем поднимать. Еще одна неприятность. Надо снизу, вот видно хорошо, патрубок нижний перетянуть. Вот так вот, ага. Перетянуть за диффузор. Тогда нам не надо будет и вентилятор снимать, и диффузор снимать. Возьму длинную монтажку, вот такую. Он еще и забитый есть. И вот где-то снизу он побежал. И притом побежал хорошо ручьем. Так, ну подушки я снимаю.